Хватит валяться на диване, давайте работать. Клиент из Швейцарии, заказ на 85 долларов. Есть 42 фотографии. Нужно сделать поочередное появление. Открываем After Effects, парам-пам. Берем фото, дублируем и смещаем. Включаем трехмерность и фиксируем везде позицию. Затем по оси Z сдвигаем фото к камере и уводим его в сторону. Копируем полученные ключи на все остальные слои. И в финале зажатым Alt'ом заменяем все фотографии. Полученный результат — это видео на 2 минуты. С клиента хороший отзыв, ну а с вас лайк и подписка.